Всем привет, ребят. Сегодня мы попробуем перегрузить. Сегодня мы просто заставим мой телефон, чтобы мой как бы микрофон, если слышишь, типа стараемся его перегрузить басом. Поехали. Подключаем тупо вот эту хуйню сюда. Ну и включил. Полная громкость, пацаны. Реально хз, что сейчас будет произойдет, я вообще реально хз. Из-за того, чтобы пацаны понимали, окей, пацаны. Очень, ребятки, громко, серьезно. Сейчас валить будет. Ебать, блять, как валит. Пацаны, валит просто нереально. Пацаны, валит нереально просто. Капец, пацаны, валит нереально просто. Капец. Даже голос скрипит у меня, пацаны, реально. Капец. Все, пацаны, вспотел. Блять, моя голова, пацаны, реально, это просто реально не выдержит. Фу, блять. Как будто сейчас в сортире, блять, сидел, блять, целый час, блять. Я тут, блять, 30-50 секунд вспотел. Сейчас посмотрим, если сейчас будет перегружен микрофон. Я выложу это в YouTube обязательно, вы будете проверять это все, ребятки. Если пишите в комментариях, если вы заметите где-то перегруз, то обязательно пишите моменты, где был перегруз. Пиздец, ребят. Капец-то мощность. А если еще бы было бы в ЧВ, то... Пацаны, сабвуфер хороший. Не игнорьте, пожалуйста. Очень хороший саб.